В России вновь пройдет «Ночь кино». Четвертая по счету акция состоится 24 августа. К киномарафону подключился и Ноябрьск. В нашем городе, как и по всей стране, устроят бесплатные кинопоказы. Репертуар был выбран по итогам народного интернет-голосования. Всего на выбор любителям кино предлагалось 26 отечественных картин. И участники опроса могли проголосовать за любые понравившиеся. В итоге в «Ночь кино» зрители увидят три российских фильма. Ноябрьский киномарафон пройдет в кинотеатре «Русь» и в кинозале микрорайона «Вангапуровский». В 20.00 будет показан кинофильм «Домовой», возрастное ограничение 6+. В 21.50 состоится показ кинофильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», ограничение 16+. И в 23.40 фильм «Балканский рубеж», ограничение 16+. Вход в кинозалы свободный, в порядке живой очереди.